канун Нового года в городском округе Фрязино избран новый глава. Этот вопрос стал основным в повестке заседания Совета депутатов городского округа. Конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов 3 кандидатуры. В результате голосования наибольшее число голосов набрал Дмитрий Ричардович Воробьев. Кандидатура Дмитрия Ричардовича набрала 16 голосов «за». Один голос был против, один голос воздержался. Остальные кандидатуры не получили ни одного положительного голоса. И итогом нашего голосования был выбор кандидатуры Воробьева Дмитрия Ричардовича на должность главы городского округа Фрязино. В решении Совета депутатов указано, что глава округа избран сроком на 5 лет. Ранее Дмитрий Воробьев исполнял обязанности руководителя муниципалитета, а до этого занимал должность заместителя главы администрации городского округа Щелково по вопросам архитектуры и градостроительства. Решение, которое сегодня приняли, соответственно, оно возлагает на меня исполнение тех планов, о которых мы с вами говорили, которые будут направлены, естественно, на неуклонное повышение уровня жизни и качества городского округа Фрязино. И я думаю, что это должны почувствовать все жители нашего городского округа. Спасибо еще раз за оказанную поддержку. На заседании Совета депутатов также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Начальник финансового управления администрации Юрий Кузнецов сообщил, что требуемая корректировка бюджета на 2020 год обусловлена уменьшением финансовых поступлений на 29 миллионов рублей. В результате депутаты утвердили доходную часть бюджета в размере 2 542 миллионов рублей, расходную 2 637 миллионов. По 2021 и 2022 годам депутаты также провели уточняющую корректировку бюджетов. На заседании рассмотрели и приняли положение о муниципальном контроле за соблюдением законодательства в области розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции. Цель такого контроля — предупреждение, выявление и пресечение нарушений магазинами действующих правил торговли спиртным. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.